это было такое модное слово «понты». Почти каждый день убийства были. Ну, а вообще-то страшно. Патрон в патроннике был у меня. Ну, выбор, да, это или жить, или не жить. Около 5 лет я хотела в Париж. Вы не чувствуете потребности себе что-то дать? Рисковать. Какой-то вы очень... нетрадиционный мент. И я реально то почувствовал, что такое старость. Более такой я никогда в жизни больше не испытывал. Чем больше всего вы сейчас дорожите? Моя жизнь – это моя жизнь. Смотрите программу «Обернитесь» 16 января в 18:45.